Крутой учитель Онидзука. Сашо! Сасё! Здесь! Сананака! Сананака! Здесь! Таманака! Здесь! Намура! Отсутствует! Здесь! Простите меня. Я всю ночь учила роль и проспала. Тамока, ты же предупреждала, что у тебя съемки, и ты не придешь. Да. Нет! Урок 27. Крутой учитель Онидзука. Звездный агент. Ух ты! Это ж Маю Хадзуки. Когда я был президентом фэн-клуба знаменитостей в университете Мэйдзи, она приезжала к горячим источникам с женской группой. Я так рад, что она теперь большая знаменитость. Надо взять у нее автограф. А вообще-то нет. Ведь я сам теперь работаю в шоу-бизнесе. Хотя ведь я могу стать единственным обладателем трех росписей, которыми она пользовалась, будучи в группе. Эй, мечтатель, твоя барышня уже приехала? Простите, нет пока, но она скоро будет. Начинаем репетицию через 10 минут. Спасибо. Что? Барышня? Ее зовут Тамоко Намура. Именно поэтому я не хотел соглашаться на внеплановую роль. План, как сделать Тамоко Намуру суперзвездой. Я собираюсь превратить Тамоко в звезду 21 века. Поэтому три дня глаз не сомкнул, составляя этот план. Скоро она обязательно покорит зрителей, и я ей в этом помогу. Конечно, она добьется успеха. Она станет звездой. Ее будут приглашать на разные телешоу, будут оказывать ей почести, относиться с уважением. А еще... Что вы ощущаете, став женихом японской звезды номер один? Я счастлив. Надо бы ей позвонить. Она не отвечает. Сейчас в школу позвоню. Ой, здрасте. Алло? Алло? Что? Телефон Тамоко делает у меня в портфеле. Точно. Во время вчерашней фотосессии она мне его сама отдала. Вот почему я не люблю внеплановые роли. Как же мне теперь связаться с Тамоко? Тамоко! Скорее, Тамоко! Да! Большое вам спасибо! Ай, опаздываю! Меня подожди! Тамоко! Тамоко! Внимание, всем приготовиться! Начинаем репетицию! Свет! Что значит, у вас нет для нее роли? Я ведь уже извинился за опоздание. Что ж, мне очень жаль. Но сценарист, госпожа Асида, внезапно решила внести кое-какие правки в эту сцену. Госпожа Асида? Сугубо между нами. Она не любит малолеток с большой грудью. Что? Как бы там ни было, на сегодня это все. Я брякну, если будет что-то еще. Итак, начинаем репетицию. Кодзима, постой! 4, 3, 2. Тамоко, мы уезжаем. Что? Какой она к черту сценарист, старая уродина. Но мы еще тебе покажем. Мы согласились, потому что роль Тамоко должна была быть длиннее 1 минуты. И ладно, вы еще локти будете грызть. Вы еще меня попомните, жуки навозные. Привет. Ну что, успели на съемки? Онидзука, что все это значит? Я немного проголодался. Для телевизионного канала здесь неплохо кормят. Да, неплохо. Пойду принесу еще порцию. А зачем вы все сюда пришли? Онидзука нас пригласил. Мы решили посмотреть, где ты работаешь. Остальные решили совершить экскурсию по станции.
Мы остались, потому что Канзаки предложила тебя подождать. Я ведь ее лучшая подруга. Уруми! Ты освободилась? Или у тебя перерыв? Ну, я... Мы решили отказаться от этой роли. Она все равно незначительная. Что? Тамоко! Тамоко! Не надо так расстраиваться. Тамоко! Что это с ней? Неважно. Надо немедленно ее найти. Повторяю, я не видел женщину в синем костюме. Не в синем, а в красном костюме со светлыми волосами. Светлые волосы только у Хиёко. Отлично. Проверьте мониторы. Учитель, простите, благодаря вам я приехала вовремя, но меня все равно выгнали. Но что делает на площадке человек, которого выгнали? Мне очень понравился сюжет. Я прочла сценарий несколько раз. Вот почему я проспала. Значит, рано еще нюни распускать. Что? Сериал не отснят до конца. За мной. Нашли ее? Неа. Куда же она делась? Только не наделай глупостей, Тамоко! Извините, что заставила вас ждать. Вот ваш чай и сливовое мороженое. Тамоко! Тамоко! Я же вам говорю, чемодан Ультрамана меняет цвет с синего на желтый, с желтого на красный. Кикути? Нет, чемодан Ультрамана... Ой, простите меня. Отлично, снято. Девочка, молодец. Большое спасибо. Большое спасибо. Что это? Разве Тамоко не выгнали? Это Нидзуко все устроил. Интересно, как? Старая перечница сказала, что ты в ее вкусе. Что? Ты хочешь сказать, что... Главное, не дрейфь. Все под контролем. И удачи тебе, Кунио. Но почему я? Покатаешь ее с ветерком по городу, выпьешь кофе с пирожными. Что? Мама, роди меня обратно. Эй, Китти. Бегу, гав-гав. Бедная Нидзуко. Гав-гав. Послушный песик. Я на тебя рассчитываю. Гав-гав. Эй, Китти, хороший мальчик. И что же ты хочешь в подарок? Гав-гав-гав. Хочешь, чтобы я увеличила роль этой девочки? Гав. Хорошо, она будет сниматься у нас на постоянной основе. Гав-гав. Эй, что вы делаете? Как вам не стыдно? Я с большим трудом выбил роль для Тамоко. Так что не лезь. Хорошо. Секундочку. Я ее менеджер. И Тамоко будет действовать по моему плану. Ах, по плану. Ты имеешь в виду этот Талмуд? Нет. Не смей. Держи. Этот план нереален. Он сам его придумал. Я 20 лет работаю со звездами. Я был президентом фэн-клуба знаменитостей. Для меня нет ничего невозможного. Так что заткнитесь и отвалите. Шел бы ты. Что? Ты действуешь по своему плану, не прислушиваясь к желаниям Тамоко. К желаниям Тамоко? В смысле? Отныне Тамоко с тобой не работает. Ой, мой план! Карьерой Тамоко будем заниматься мы, и Китя Нидзуко, и мои ученики. Что? Это значит, что и мы тоже, да? Похоже на то. Да вы полные профаны. Профаны или нет, но мы лучше тебя знаем, на что способна Тамоко. Знаешь, тебе придется ответить за свои слова. И если ты облажаешься, то никогда больше не подойдешь к месту работы Тамоко. Легко. Ты увидишь, на что способен Нидзуко. Готовься. Фудзи ТВ. Ух ты. Фудзи ТВ. Ух ты. Первый шаг к популярности – хорошая реклама. Канкен, Гакуми, Хиросуи – они стали популярны благодаря рекламе. Я однажды снималась в рекламе мобильных телефонов. Однажды недостаточно. Их должно быть много. Легко сказать, да сложно сделать. В рекламу так просто не попадешь. Нужны связи.
Да, я согласен, это нелегко. А кто я, вы, конечно, забыли. Что? Я же легендарный Анибаку. У меня большие связи. Большие связи в любой области. Значит... Я уже обо всем договорился. Итак, еще раз. Да. Вкусный редис. Чудесный редис. Самый лучший редис на свете. Это редис из Бунны. Да-да. Он длинный и твердый. Посмотрим, что получилось. Длинный и твердый? Простите, а на каком канале будут гонять этот ролик? На канале Гунмы. Да, нелегка дорога будущей звезды. Вы что, серьезно? Ты с ума сошел? Из-за этого ролика Тамока на всю жизнь останется посмешищем. Не позволю. Только через мой труп. Тамока, мы уходим. Ой, как вкусно. Пожалуйста, угощайтесь. Очень вкусно. Менеджер, а вы не хотите попробовать? Эх, Тамока. Ей очень нравится, так что не смей ее трогать. Снимаем оригинальную версию. 3 секунды. Вкусный редис, чудесный редис, самый лучший редис на свете. Это редис из Гунмы. Да-да. Он длинный и твердый. Отлично. Слушай, не бесись. Смотри, нас угостили редисом. Держи. Больше таких порочащих роликов не будет. Я не позволю. Не дрейф. Следующий ролик только для государственного канала. Пожалуйста, съешь меня. Съешь меня? Меня? Косихикари. На каком канале пойдет этот ролик? Канал района Ниигата. Не волнуйтесь. Следующее только для государственного канала. Какая сочная дыня. Дыня. Да уж, дыня. Это для канала с Хоккайдо. Ну, теперь о жрачке можно не беспокоиться. Ура! О чем только думает Анидзука? Тамока снимается только для местных каналов. Государственные каналы – несбыточная мечта. Нет, совсем не так. Что? Я просуммировал регионы, которые охватывает реклама Тамока. И был удивлен. Это 80% всей территории Японии. Что? В сумме эффект такой же, как и от одного ролика на госканале. Неужели Анидзука все это просчитал? Ну, ребятки, собирайтесь, у нас работа. Ну и как называется очередной местный канал? Что? Местный? Не в этот раз. Местные каналы нам больше не товарищи. Сегодня у нас рыбка покрупнее. Радиостанция. Это радио Сибуя, агентство «Розовый слон». Ролик на радиостанции Сибуя? Единственная радиостанция Сибуя — это... NHK. Поверить не могу, что ему перепал такой жирный кусок. Даже у меня нет связи с этой станцией. Вот мы и на месте. Что? Это здесь? Где это мы? А мы не ошиблись? Это же радио Мини-ФМ. А что это за станция Мини-ФМ? Такую радиостанцию каждый может организовать. Только зона покрытия у нее будет не больше 5 километров. Мы снова совершаем глупость. Опять мелочь, так я и знал. Хватит скулить, у нас много работы. Тамока переоделась. Только вот с платьем что-то не то. Это что за безобразие? У подруги одолжила что? По-моему, полный отпад. Я не об этом. Это слишком откровенно для прямого эфира. На нее люди будут смотреть, а у нее из-под платья трусы. Симпатичные трусики. Это приманка такая. Фанаты будут довольны. Фанаты.
Они что ли? Это передача. Трамплин для новичков. После эфира на этой станции они просыпаются знаменитыми. Представь, что будет, если все они отправят свои фото в журналы. Около 20 журналов печатают любительские снимки. И завтра утром они будут напичканы снимками Тамока. Ты в своем уме? Если она станет знаменитой благодаря голым ляжкам, я сожру свой блокнот. Надо отказаться. Идем со мной, Тамока. Что? Минуточку. Решение здесь принимает Тамока. Ее никто волоком не тащил, она сама пришла. Я... Тамока, ты не обязана ему подчиняться. И вообще, они будут снимать не тебя, а твои трусики. Ну, что ж, ничего страшного. Я как раз сегодня надела кружевные стринги. Да какая разница? Тамока, подумай и ответь. Чего ты сама хочешь? Ну, с тех пор, как вы стали моим агентом, у меня столько работы. Я наслаждаюсь каждым днем. И получаю удовольствие от своей работы. Менеджер утверждает, что я не должна размениваться по пустякам. Но я готова. Ведь славу надо заработать. Я уже счастлива от того, что обо мне знают немногие. Но ведь все-таки знают. И еще я счастлива от того, что меня знают по телевизионным роликам. Я благодарна своему зрителю. Простите меня. Я знаю, что в первую очередь вы стараетесь ради меня. Поэтому... Честно говоря, Майо Хадзуки стала популярной благодаря шоу на горячих источниках. Значит, договорились. Итак, приветствуйте, гости нашей студии Тамока Намура! Всем здравствуйте. Я Тамока Намура. В конце концов, мои планы были весьма призрачными. Надо было найти подходящую роль именно для Тамока. Эй, смотри, что это? Это же... Вот она, за стеклом. Это девушка нашей мечты, да, Кибаяси? Да, вперед. Вы кто такие? Вы агент той девушки, что выступает в прямом эфире. Да, он. Мистер Кибаяси. Я Кибаяси, из еженедельника Сёнэн. С недавнего времени к нам стали поступать мешки писем со всей Японии от ярых поклонников Тамока. Что за милая девушка снимается в рекламе редиса? Расскажите подробнее о девушке из рекламы риса. Я влюбился в девушку из рекламы дыни. Проведя небольшое расследование, мы выяснили, что во всех этих рекламах снималась одна и та же красотка. И эта девушка... Вы! Тамока Намура. Я? В итоге мы пришли к единственному выводу, что вы можете стать звездой 21 века. Еженедельник Сёнэн, самый известный японский журнал во всем мире, провозгласил Тамока звездой 21 века. Молодец, Тамока. Теперь ты обязательно станешь звездой. Но это всего лишь наше предположение. Требуется провести еще пару исследований рынка. Исследование? Например? У нас 11 претенденток на звание звезды века. Тамока Намура, 12-я. Все они примут участие в конкурсе. В каком конкурсе? За звание принцесса глянца, сокращенно MGPC. MGPC? Да. Фотографии девушек будут опубликованы в нашем журнале. И тогда читатели сами выберут истинную красотку и звезду века. Победительница получит в подарок фотосессию, результаты которой будут опубликованы на 20 страницах нашего издания. Мы приглашаем Тамока. Ну, что скажешь, Тамока? Решай сама, соглашаться или нет. Я полностью доверяю своему агенту.
Окей. Взяли себя в руки, надо постараться. Да, я принимаю ваше предложение. Конкурс красоты принцессы глянца, MGPC. Следующей серии. Мне очень приятно. Я счастлива. А ну-ка посмотрим. Чудо, явись. Вам стоит только захотеть, и случится чудо. Меня зовут Хасина Мегуми. Мне 17 лет. Большое вам спасибо. Пока существует компания Weiming Productions, чудо не случится.